кораблю на галлон. Эх, лихое время, ты мне все одно. Прекрати истерику, я ж еще живой. Вот кончу официально, и тогда. Прекрати истерику, я ж еще живой. Парнишка приходил, просил, чтоб ее снова взяли в строй. Не дал ей были все, никто не мог понять зачем. И лишь старик полкан спросил его. Чечня в огне, второй Афган, куда рвешься ты, пацан, и что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой, и что тебе покой не дает? Седой парнишка постоял и взгляд свой сторону убрал, чтоб слезы свои скрыть, чтоб слезы скрыть. В военкомате тишина, как приговор звучат слова, которые не в силах повторить. Я видел смерть, я видел боль, домой вернулся я живой.
целых стекол. Грозный нам в спину глядит, пустыми глазницами лукавы. И только не спят снайпера, они всю ночь выжидают. Один неверный шаг, она стреляет мальчишек. Это не сон бывает, и не из страшных книжек. И ей платят бабки за нас, за тех, кого убивает. Бабки идут каждый час, и она стреляет, стреляет. Бабки идут каждый час, и она стреляет, стреляет. И не дано понять, что смерть у нее за плечами. Ей все равно засекут, и будет конец печальный. И будет она кричать по-русски: ребята, не надо. Не будет жаль, никто не опустит взгляда. И не будет жаль, никто не опустит взгляда. Грозный весь разбит, в нем нет целых стекол. Грозный нам в спину летит, пустыми глазницами окон. И только не спят снайпера, они всю ночь выжидают. Один неверный шаг, и они в спины стреляют. Один неверный шаг, и они в спины стреляют. Привет, сестренка моя родная, ну как дела? Зима, дороги домой, наверное, уж заняла. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. Олегом, что он вернется, держу пари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. С дружком Олегом, что он вернется, держу пари. Ты только маме, что я в Афгане. Давно из дома уж писем нет. А если спросят, о чем пишу я, что ж соври. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. А если спросят, о чем пишу я, ну что ж соври. Один среди сотни сбешенных душман, один раскаленной стрельбой пулемет ребятам своим прикрывает отход.
последние патроны граната на грудь, чтоб вместе со взрывом к бессмертию шагнул. Но тот самый миг, когда рвалась чека, откуда-то сзади удар темнота, залитые кровью открылись глаза, и сразу увидел улыбку врага. Вокруг бородатый зловещий оскал. Ну что ж, Шурайн, вот ты к нам и попал. Thank you.
фотографии, деда он был командир Красной Армии. Но памятник 45-го века уж отшивал воспоминания. Запах трав на рассвете скошен, стон от земли, от бомбежек распаханы. Кто